Пенсионеры Галина Егоровна и Николай Алексеевич Орловы первый раз привились от коронавируса в мае 2021-го. Витовчане уверены, что именно благодаря спутнику ВИ смогли избежать заражения COVID-19. И вот спустя полгода решились на ревакцинацию. Прививка и от кори, и от туберкулеза БЦЖ делают в роддоме, и от ОСВ делают, уничтожили. Это уже пример есть. Лучше прививаться, если заражусь, то в легкой форме, а не 90% легких, чтобы было поражено. Но все оказалось не так просто. Из-за большого количества желающих сделать прививку супругам не удалось заранее записаться, а после часового ожидания в живой очереди поднялось давление. Пенсионеров направили в кабинет неотложной помощи, где им помогут справиться с повышенными показателями и подготовят к вакцинации. Очень много штаммов у данного вируса, что вирус мутирует, и проведя вовремя и как бы планомерно ревакцинацию, человек защищает себя, своих близких, окружающих от риска заразиться коронавирусной инфекцией. Советнику главы Ленинского городского округа Моисею Шамаилову долгое время врачи не советовали прививаться по медицинским показаниям, но соблюдение всех рекомендаций медиков сделали свое дело. Как только мне разрешили, я, конечно, решил, что надо уже все. Я каждый раз спрашивал, каждый месяц, вам можно, можно, когда мне можно? Ну вот, надеюсь, что многие услышат, и здесь бояться ничего не надо. В этот день также прошли ревакцинацию главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова и общественный деятель Ренат Волков. Я не рискую заразить своих близких, соседей, знакомых, друзей и так далее. Я считаю, что вакцинация на 100% обязательна каждому гражданину нашему. Напомним, что ревакцинацию медики рекомендуют проводить спустя полгода после первой прививки или перенесенного коронавируса. Защитить себя от COVID-19 можно по будням во взрослой поликлинике ВРКБ с 14 до 20:00, в здании детской поликлиники с 8 часов утра до 20 часов. Не забудьте записаться на прием заранее. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.